Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем проходить официальную группу по фильму «Кинг-Конг» Питера Джексона. Значит, в прошлой серии играли за Кинг-Конга, сейчас опять за Джека. Мы как бы, то есть, я так понимаю, будем чередовать, то есть там поперемещаемся за Конга, там Энн спасать будем, а за Джека будем ее, в общем, искать. То есть преследовать Кинг-Конга будем. Так, ну сейчас необычные виды у нас открываются. Очень красиво, вот опять Энглхорн пролетел. Ну, конечно, вот нижнюю часть они не доработали, но вот верхняя смотрится красиво. Сразу вижу Волус Ректисов, вроде они так называются. Нет, по-другому как-то. Ну, в общем, этих проклятых недолетучих мышей, точнее, летучих крыс. Так, ну, конечно же... Что ты орёшь-то? Разорался тут. Так, ну либо здесь сбоку проходить, либо вот можно здесь. Но здесь пройти нельзя, здесь вот эти вот только. Привлечь внимание можно с помощью этих стрекоз, меганевр. One magazine on backup. Еще кто-то? Так, ну большинство мы пришили. Сейчас главное не свалиться. Отлично. Виды все-таки шикарные, да. Жаль, я не могу в слоумо вот так провести, вам показать. Так, главное не упасть, то высоковато падать. Ух ты, ядрить, мать моя. Офигеть. Сколько же их тут много. Извиняюсь за вульгарное выражение. Вырвалось. Так, ну... Я же вряд ли докину. Вот сволочь. Almost out of ammo. Что-то они даже не нападают на меня. Это, я так понимаю, один член нашей команды. Его тут захавал кто-то. Черт, вот Two magazines on backup. Вообще не вовремя. Уничтожаем этих. Ах ты твою маму. Да что ж ты будешь делать? Gotta reload soon. Да подожди, да я убью эту хрень. Вот так вот. Теперь давай перезаряжай. Сколько патронов по 5, да? Спокойной ночи. Что хотите сказать, еще тут кто-то есть? А копье, кстати, четко застряло. Вон оно. Для тех, кто на следующий раз попадет, в следующий раз попадет на остров, это останется предупреждением. Ну или просто позабавит. Так, все, я перешел, слава богу, не упал. Наконец-то видно дно этого каньона. А то я уже думал, что это все так и будем лазить по горам. Так, ладно. Перемещаемся. Пока все тихо. Но остров, конечно. Вот
в современной графике переиздать бы эту игру, было бы вообще шикарно. Просто посмотреть. Если это в 2005 году так классно все было сделано, то в современном вообще бы не оторвать глаз. Так, что-то гремит, мне это уже не нравится. Здесь вроде никого нет. О, жесть! Класс! О май гад! О мой бог, да, правильно. Немного неестественно двигаются, но просто посмотрите на эти размеры. 40 метров в длину, наверное. Офигеть! Их увеличили в размерах для этой игры, но смотрится просто невообразимо. Офигеть! Этот старый, походу, либо раненый какой-то. Жесть. Интересно, если в него копье кинуть, они быстрее бежать начнут? Просто посмотрите, насколько они огромные. Офигеть, просто, у меня нет слов. Вот, смотрите, быстрее побежал. Мне кажется, я такой костью даже не проткнул ничего. Вот черт. А, не, мне все правильно, ничего сжигать не надо. Я бы тут мог часами просто стоять и смотреть. Он, смотрите, поменьше идет. Детеныш, наверное, либо самка. Офигеть. Нафиг мне кость. Вот эти звуки еще, это вау. Я просто вообще никто по сравнению с ними, просто. Они меня даже не заметят, даже вон тот мелкий. Просто огромные твари. Офигеть. Это пока что самая прикольная миссия. Черт, у меня камера сбилась. В общем, самолет пролетел. Вот, смотрите, особи поменьше идут. Крикнул что-нибудь, я не знаю. It's okay, I got enough magazines. Придется немного от них отойти. Как же я вас ненавижу. Где ты? Я тебя слышу. Ты где-то это? Или это стрекозы? В общем, звук все равно пренеприятный. Так, стоп. Здесь мне нечего ловить. Дай мне вон туда. Твою мать! Да отвали! Откуда ты выползла, хрень? Я же слышу. Ну вот откуда еще ждать неприятностей? Офигеть, я ее вообще не видел. Я офигел немножко. I gotta reload. А, твою мать!
Five magazines on backup. Никто боялся, я не боялся вообще. Ни капли страха вообще. Что опять? Ползи, ползи сюда. Это какая-то мелкая. Быстрая, наверное. Ну, более быстрая, чем ее крупные родственнички. Так, здесь никого нет. Может, ее отсюда ей засадить? Шикарно. Многие бы сказали, что зачем тратишь патроны, мог бы схватить копье и добить, но да пофигу вообще как-то. Ух, вот так вот! Вот сволочи, я аж испугался. Так, там еще одна хрень. Давай. Через стену-то не достать меня, да? Ох ты, какая прыгучая. Ну, на, получай. Здесь где-то кости были. Кости? Слушай, ты! Шипелка! Блин, кто-то еще шуршит, а? Ну вот это, членистоногие, я слышу вас. Мелкая какая-то. Так, здесь никого нет? А-ха-ха! Нет, там трава, там вроде нет никого. Four magazines on backup. Вот... Сколько же вас здесь? Я не хочу сюда лезть. Можно я сюда не пойду? Ну здесь же меня врасплох застать вообще ничего не стоит. Все, убил? Ха! Класс. Вот про что я вам говорил. Вот копье сломалось. Теперь оно минимальный урон приносит просто. О, лети сюда, козявка. Я не понял. Three magazines on backup. Это я их так, убив личинку, я выманил, да, всех хищников здешних. Это было забавно. Он, наверное, здесь прятался, да? Кто здесь? Я тебя не... Ты умер, да? Ну и шикарно. А где он прятался? Что-то я вообще не понял. Сколько можно? Вашу мать! Твою мать! Вы откуда беретесь так, твари вообще? Кто-нибудь вообще видел, откуда они взялись? Я что-то уже вообще ненавижу всяких членистоногих на этом острове. Что они здесь просто жуткие. Ходячая жуть просто. Ох, что-то аж тряхануло меня. Пауки, да? Супер вообще просто. Паучки, а вы любите маленьких удузавров? Или урсузух, вроде он урсузух называется. Все, побежали. Побежали, побежали. Твою мать! Кто это был? Отвали, отвали. Жесть, жесть, жесть. Что это было? Пошла нафиг. Gotta reload. Last magazine on backup. Я понял. Жесть, я испугался. Какая-то там коза была. Может, ее прикончить? I'm almost dry. Все, патронов нет. Ну и в задницу. Будем руками отбиваться. А уже и не надо, не придется. Жесть, я чуть не умер. Сердечного приступа. Задницу всех этих членистоногих. Ой, в общем, мы прошли этот дурацкий каньон, наполненный
гигантскими этими всякими многоножками, пауками и прочим. Сейчас вы слышите на заднем плане звуки бронтозавра, значит, мы вернулись к тому месту, где вот стадо проходит. Но это мы посмотрим уже в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. Надеюсь, вообще вам нравится прохождение этой игры. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус, до скорых встреч и увидимся в следующем видео. Всем пока!